Всем привет! Сегодня совсем коротенькое видео. Дело в том, что я около полугода не играю в PUBG. И тут, решив зайти тряхнуть стариной, я столкнулся с неприятностью. Загрузка на мапу происходит катастрофически долго. Доходило даже до того, что меня принудительно выкидывало из самолета. И только тогда появлялась картинка. Самое смешное то, что я все слышу. Звуки самолета, бегающих в лобби людей. А картинка не появляется, хоть ты тресни. Происходит это первый раз после входа в игру, при загрузке на карту. То есть, если я регнусь на ту же карту во второй раз, то в игровое лобби я попаду очень быстро. Можно грешить на то, что у меня 8 гигабайт оперативки. Или PUBG стоит не на SSD. Но ведь другие более оптимизированные игры, например тот же Siege, грузится мгновенно. Я начал копать. В итоге за пару дней нашел решение, правда в разделе совсем другой игры. Видимо, этот способ будет работать не только для PUBG, а еще как минимум для Escape from Tarkov и Hunt Showdown. Оно оказалось довольно простым. Заходим в свойства компьютера. Далее дополнительные параметры. В разделе быстродействия жмем на кнопку параметры. Переходим во вкладку дополнительно. И жмем изменить на пункте виртуальная память. Теперь на тот диск, на котором у нас установлена игра, добавляем файл подкачки на 16 гигабайт. Это 16384 мегабайта. Минимальные и максимальные значения должны быть идентичными. Жмем ОК и перезагружаем компьютер. Заходим в игру и радуемся быстрой загрузке. Надеюсь, в будущем разработчики как-то оптимизируют клиент в этом плане, и не придется приматывать еще какой-то подорожник изолентой, чтобы нормально играть без апдейта железа. Ну а с вами, как всегда, был Изиманди. Ставьте то, что хотите поставить, пишите то, что хотите написать. Пока-пока.